точного количества голосов, которые имеет в своей копилке Джема, сколько телезрителей ему отдали. Но самым весомым вкладом в эту копилку может оказаться всего один голос. Но зато какой? Это золотой голос России. Голос заслуженного артиста Российской Федерации. Голос Николая Баскова, друзья мои. Добрый вечер. Если бы вы знали, сколько раз Джим переслушал «Туда-сюда» диск «Поворотти и друзья».
Ему так сложно давалось итальянское произношение. Как вы оцениваете партнера вашего? Я получил колоссальное удовольствие, так, наверное, как и все зрители. Я думаю, что давайте скажем Джему «Супер!» Николай Басков и Джем, спасибо вам огромное, друзья мои. Всем понравилось? Всем понравилось? Скажу вам, друзья, что все-таки ситуация сейчас накаляется до самого своего предела, потому что сразу после рекламы мы узнаем о том, кто же остается с нами на «Фабрике звезд». Имя первого спасенного прозвучит чуть-чуть попозже. Дождитесь этого.